Продолжаю на песне репортажи. В конце 14 года попал в больничку. Нагляделся, належался. Одним из самых ярких впечатлений после наркоза было то, что в эту больницу, где я лежал, приехал премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев. Значит, недобрые больные почуяли где-то за сутки. Когда по коридорам стала метаться министр здравоохранения Скворцова, значит, в накинутом халате, как чайка она развивалась, значит, руками, ничего не соображая, бегала просто по коридорам. За ней с красным лицом и с открытым на всякий случай ртом, чтобы давление стравить, бегал главврач. Значит, кричали все: убрать, все убрать, убрать, из тумбочек все убрать. Больные люди опытные, они убрали все под матрасы, резко возвысились и стали ждать, значит, продолжения банкета. Я стоял у окна, я ждал, сейчас откроются двери, легкой походкой войдет, он скажет: ну как ты? Я скажу: да ладно, я, как вы там. Он километр не дошел до того корпуса, где я его ждал. Но на следующий день в программе «Время», значит, 30 секунд рассказали об этом эпохальном визите, какую-то барокамеру подарили, значит, в больнице. А мозг требовал продолжения, и вот появилась на свет такая песня. Ну, значит, так оно и было. Как-то раз лежу в больнице, одноногая и не быстро. Вдруг забегали сестрицы, в гости к нам премьер-министр. Дабы выразить участие, он заедет к врачу. Мой сосед соблел от счастья и повторно сдал мочу. Набежало тут народу, стали драить весь этаж. Санитар Степан как воду пил С2H5OH. А проктолог был в завязке, принял фенобарбитол. И на марлевых повязках всем улыбки рисовал. Туалет отмыли чисто, потеряв всего двоих. 10 опытных чекистов закосили под больных. Пробрались в палату мирно, постояли на часах и легли по стойке смирно с пулеметами в трусах. А вот и общество готово в коридоре топача для приветственного слова, рот открыт у главврача. И заходит тут охрана, все на вычку стоят. Два палатных таракана тоже стали с нами в ряд. А вот и он, костюмчик синий, там в бюджете есть дыра. Но жива еще Россия, мы в ответ ему ура! Он без нанотехнологий, мы в натуре, но никак. Он заботы и тревоги, мы не натощак. Он коррупцию как грелку, мы ты только укажи. Он бывает в недоделке, мы да ладно, бомжи. И одели, все одели, санитар Степан затих. Тараканы улетели, крылья вышли у них. Главный врач на взрыв заплакал и сказал в ответку речь: да за эту говорит зарплату мы костями готовы лечь. Нам бы лишь побольше грантов и появится просвет. Тут же трио ампутантов пела песню о Москве. Москва, звонят колокола. Он дал ценные советы, речь удали на обед. Как хорошее примета, засорил с туалет. Все ушли в палаты рано, после праздничка прибрал. И вернулись тараканы, где-то крылья потерял. Звонят колокола. Hey, hey.